как дела в краю степей терриконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Так проходит празднование дня ВДВ в Донецке. За моей спиной вы видите бойцов бригады «Восток», которые служили в воздушно-десантных войсках. Советская армия давала хорошую подготовку, поэтому они так успешно воюют с украинской армией. Слава ВДВ! День ВДВ отмечает весь юго-восточный, можно сказать, фронт всех праздников. Испания. Испания. Мадрид. Астурияс. Бойтесь нас, фашисты, бойтесь. Я осетин, вот грузин. Мы не враги друг другу. А ты из Грузии, да, брату? Да, я с Кутаиси. Мы воюем вместе на одной стороне. И кто бы нас не хотел поссорить, нас народ никто не поссорит. Грузинский народ для осетинского народа — это братский народ. И тут все друг за друга, как друзья. А кавказцы всегда привыкли друг за друга стоять. Ну, я приехал вообще сюда 6 лет назад, в 2009 году. Я половина рос там, половина тут. Так я и вырос. А ты знаешь, что много грузин, да, воюют на стороне Нацгвардии? Я знаю, конечно. Что ты про это думаешь? Что я думаю? У них выхода нет. Почему? А потому что они на контракте. А у них по контракту такой прикол есть. Не выполняешь приказ — 8 лет тюрьмы. 4 года контракт, когда подписывают. Вот. Не дослужил контракт — 8 лет тюрьмы. Это так президент сделал. Но я не за президента, не за политику, я за людей. А я считаю правильно стоять на стороне людей, а не политики. А что ты вот можешь сказать про вот эту украинскую армию? Вы же с ней сталкивались в бою уже. Так, конечно. Вот, и с танками сталкивались, дубасили с ними. И мощные войска не пускали. У них нет души просто. Душка. Да. А у нас душа смелая, хорошая. Мы знаем, за что мы идем. Они знают, за что идут они. Они идут за деньги. А мы за людей. В этом и сила наша. Надо отмечать. Где бы оно ни было, как бы оно ни было, пусть знают, что мы их не боимся. Праздники для нас остаются праздниками. А они для нас так. Повседневная работа почти что.